Ребята, всем привет! Продолжаются дальше работы по BMW. Вот, мы ее поставили боком. Сейчас днище, то, что не доставали с ямы, решили мы ее все-таки опрокинуть на бок. Вот у нас такие вот еще старые самодельные совдеповские опрокиды. Вот так вот все. Аккумуляторчик мы сняли, вон он стоит, чтобы не потек. Все, жишки все остальные остались в системе, ничего не сливали, угол не сильно большой, ничего тут не повыливается. Так вот, на подстраховочку поставили профилек, мало ли, чтоб обратно не пошло, но также сделали здесь, немножко модернизировали. Сделали такой примитивный замок, чтобы не отходило назад. Вот, в принципе, у нас фронт работы. Так, в предыдущем видео, что было, мы кузов весь загрунтовали. Все, сейчас у нас тут осталось то, что не доставали, чтобы не поднимать, не лазить снизу под машиной. Так, проще, можно на стульчике, сидя, все это позачищать. Латочки эти все почистятся, все полностью. Здесь, где порог, мы спакуем все на герметик, обработаем. Сейчас подгоним еще защиты. Может, а порог новый, отверстий нету. Защиты подгоним, отверстия просверлим, чтобы они у нас были готовы, чтобы впоследствии их потом обработать. Вот так вот у нас все. Тогда мы, когда снимали кардан вместе с баком, и подрамником все там мы обработали, обратно все тут поставили. Вот так вот. Все. Так, что у нас будет фронт работ? Замазать здесь это все шов, где приварен новый порог, герметиком. Предварительно это все почистится. Все загрунтуем эпоксидным грунтом HB-Body 989. Все замажем герметом. Эти лонжероны, все, где здесь идут, прольем денитролом. Уже как раз сегодня заехали, взяли, а то как-то вылетело с головы, не купили. Вот, денитрол ML для скрытых полостей. Мы все позаливаем. В пороги поналиваем. Ну, в пороги поналиваем уже, когда машина опять вернется в горизонтальную плоскость. Вот так. Наблюдайте дальше, как что дальше будет снимать. Всем спасибо, всем до свидания.